Установка этой печи в автобус ПАЗик. Двигаем солнечные панели вперед, чтобы разместить дымовую трубу. Огни, биозащиты. Сейчас будем покрывать стены. Есть! Крепим огнеупорную плиту через вот такие керамические проставки. Заделываем проход крыши целиком асбестом. Установка зонтика для дымохода на полиуретановый герметик. В несколько слоев герметик промазываем в специальном пистолете. Тестовый запуск внутри автодома. Насколько будет нагреваться сэндвич?